Почему она не хочет со мной мириться? Потому что я недостаточно красив? Я не похож на Николаса Дзе? Ты моложе Николаса Дзе. Тогда я не очень высокий? Ты чуть выше 170 сантиметров. Наверное, я недостаточно богат. Ты должен сам спросить. Вообще-то я мог стать богатым наследником, но отец упустил свой шанс. Думаешь, я просто ей не нравлюсь? Сяо Тун, давай сделаем так. Раз она тебя не ценит, то и защищать эти отношения не нужно, не так ли? Нет. Мы должны их защищать. Она мне очень нравится. Если это так, то как долго вы были вместе? 11 дней. Что? Ничего ты не понимаешь. Любовь измеряется не тем, как долго вы были вместе, а как сильно вы были увлечены друг другом. Сестренка, ты когда-нибудь влюблялась? Да. Как долго это длилось? Эй! Вон она! Видишь? Хорошо. Оставь это мне. Глупости! Я нанял тебя, это твоя работа. Будь вежливой и мягкой. Не причиняй ей боль. Хорошо. Отлично. Будь вежливой. Это ты, Сяо Ян? А ты кто? Я ищу тебя по просьбе Сяо Туна. Похоже, игнор был на пользу. Хорошо, назови мне такую причину для расставания, чтобы он сдался. Тогда мне не придется защищать ваши отношения. Какой смысл встречаться? Если не получаешь удовольствия, нужно разбежаться. И все? Так безответственно? Старшая сестренка, да что с тобой? Старшая сестра? Я настолько старая? Сестра, держись подальше от наших отношений. Боже. Да, ты права, я старше тебя. И мне не очень-то и хочется лезть в ваши отношения. Это просто здорово, и я так рада, что не буду защищать ваши так называемые отношения. Вы два сапога пара, вам давно надо было расстаться. Сяо Ян, не слушай ее, я не хочу расставаться. Я не хочу тебя видеть. Эй! Иди за ней! Что значит иди за ней? Это не моя работа. Я пожалуюсь на тебя. Да пожалуйста, вперед. Сяо Ян! Мне все равно не нужна эта работа.